Послание Отца Абсолюта 22 января 2017 года. О благодарности. Здравствуйте, дети мои любимые. Сегодня мы поговорим с вами о благодарности. Я объясню вам, почему так важно благодарить Вселенную, высшие силы, ангела-хранителя и всех людей, которые встречаются на вашем пути, за все, что происходит в вашей жизни. И расскажу вам, как это работает на тонком плане, то есть на энергетическом уровне. Вы уже много раз слышали, что важно благодарить всех не только за что-то хорошее, но также за проблемы, неприятности и даже за обиды и горести, как бы парадоксально это ни звучало. И сейчас я объясню вам почему. Теоретически вы уже понимаете, что абсолютно все, хорошее и плохое, дается вам во благо, для того, чтобы вы проходили новые уроки в своей жизни или закрепляли пройденный материал. Но согласитесь, если вам так приятно и легко благодарить за что-то хорошее, то очень мало кто умеет благодарить за беды и несчастья. Чаще всего по привычке вы начинаете жаловаться на судьбу. А теперь посмотрим, что происходит при этом с вашими тонкими телами и как взаимодействуют они со Вселенной. Да-да, дорогие мои, не удивляйтесь. Так далеко распространяется энергия, излучаемая вами. Ведь каждый из вас является маленькой частичкой Вселенной. Давайте возьмем такой пример. Вы тяжело заболели, и приговор врачей неутешителен. Что происходит в таком случае с подавляющим большинством людей? Они впадают в депрессию, их охватывает страх смерти, который, как вы уже знаете, является самой разрушительной из всех существующих энергий. На самом деле эта энергия такой мощи, что она вырывается далеко за пределы Земли, оставляя свои семена по всей Вселенной. В результате с такой же мощью этот человек притягивает к себе подобные отрицательные энергии, гуляющие во Вселенной и в околоземном пространстве, где они концентрируются по схожим вибрациям. И чем сильнее выброс такой энергии, тем сильнее притяжение, а значит, тем скорее приходит и смерть. А теперь рассмотрим другой вариант развития событий. Человек, узнавший о своей болезни, воспринял ее как величайшую подсказку Вселенной, что ему нужно в себе менять. Он от всего сердца поблагодарил ее за это и начал работать над собой, менять свои мысли, эмоции, образ жизни. Он встал на духовный путь, и сознание его начало стремительно меняться в сторону Божественного. И в этом случае тоже происходит энергообмен, но уже совершенно другого качества. Посылая во Вселенную свои энергии любви и благодарности, которые неразделимы, в ответ он получает такую же порцию этой божественной энергии, которая способна исцелить не только его душу, но и болезнь. Таким образом, он исцеляет не только себя, но и Землю, и всю Вселенную, делясь с ними лучшим, что у него есть, своей любовью и благодарностью. И этот принцип, дорогие мои, распространяется абсолютно на все. Именно поэтому так важно уметь благодарить за малое и большое, плохое и хорошее, приятное и неприятное. Что посеете, то и пожнете. И если каждый день, хотя бы утром и вечером, вы будете искренне от всего сердца посылать Вселенной свою любовь и благодарность, она обязательно ответит вам тем же. И вы увидите, как начнет меняться ваша жизнь, наполняясь божественными энергиями самых высоких вибраций. Благословляю вас на это, родные мои. Любящий вас безмерно, Отец Абсолют говорил с вами. Послание приняла и начитала Марта. Сайт «Возрождение».